умолчание по ребятам. Наша цель прибытия сюда – это не нарушать какие-то беспорядки, это не кричать, это не драться. Мы не такие, как те, кто так поступил с нами. Мы просто хотим показать, что нам не безразлична судьба ребят. Мы хотим показать, что Рыжканы – это наш друг, это наш сосед. И нам хотелось бы сюда приезжать в гости, дружить, а не приезжать и бояться. Мы просто хотим поскорбить. И мы хотим показать, что нарушители должны посидеть в тюрьме. Как те, кто их покрывал, милиционеры, так и... Как те, кто их покрывал, как и те, кто бездействовал. Я хочу с полной уверенностью заявить, что здесь осиное гнездо. И мы не остановимся на достигнутом, пока не пересажают всех, кто покрывал. Не только один Денис должен сидеть, а все, кто причастны. Кто вводил следствие в заблуждение, кто давил на следствие. Близкая подруга мамы, я хочу сказать, что это действительно было все не зря. Чтобы каждая слезинка мамы, которую я наблюдала все эти дни, она была пролита не зря. Я вас очень прошу. Наверное, вообще делить там бельчане, рыжканцы. Так не должно быть. Нельзя убивать безнаказанно молотками. Я не могу понять, как можно покрывать такие убийства и как можно такое делать. Нет слов. Тут не собралась партия. У нас нет лидеров, нет сценария. Никто ничего не писал, никто ни к чему не готовился. И все люди, которые здесь собрались, и кто сейчас на площади... Простые люди и граждане этой страны. Честно, хочу, чтобы любой работник полиции был нашим другом, товарищем, братом, чтобы выполняли свою работу, чтобы люди не приезжали и сутками не занимались ни своим делом, не спали, не искали, не ездили на машинах. Вы знаете, кто знает, я думаю, все знают, кто не знает, здесь был экстрасенс. Ни работник полиции, ни экстрасенс был. Это какой-то ужас. 21 век, 2016 год. Почему так получается? И почему это самое главное и самое страшное, это надо покрывать, оставить безнаказанным? Молотками, молотком убивать. За что? Кто-то что-то из... Или Денис, или Дима, я прошу прощения, или Игорь, совершили что-то страшное. Требуем правосудия. Даже не в этом дело, правосудие требуется. Хочется, чтобы просто никогда по такому поводу мы не собирались, никогда. Прошу вас, все, кто, работаете вы в полиции, где бы вы ни работали, пожалуйста, так не должно быть. Я не знаю, как это решить, но так не должно быть. Это какой-то ужас просто. Почему это еще и надо оставить безнаказанным, каким-то образом замять это? Человек возил двоих мертвых людей в багажнике. Давайте простим его тогда, что ли, я не пойму. Давайте отпустим, поймем, что у него есть мама, папа. А где мама, папа, спроси, есть ли здесь? Пускай, если мы не правы, пускай, если я говорю ложь, пускай, если я обманщик, пускай выйдет кто тут, бывший комиссар, кто здесь отвечает за порядок, или мама, папа, пускай объяснят нам, что мы не правы, что мы зря приехали. Нет. Вам нравится, что происходит? Нет, нет, нет. Мы что требуем сейчас? Мы требуем справедливости. У нас у всех есть дети. Даже у милиции, да? У тех, которые мы приходим к ним, с какой-то болью, с какой-то справедливостью, к кому нам обратиться? Это не 90-е. Куда мы можем пойти к браткам и обратиться? Мы же доверились полиции. А что народ творит? Вот он бесчинствует. Вы хотите сказать, что вы не знаете об этом? Не стыдно? Где вы работаете? Что произошло с детьми? Вы все собрались тут, смотрят, кто как. А вы знаете, что каждого из нас может такое горе ждать? Мы приходим в гости к своим родителям. Мы приходим с детьми. Что это за город такой? Нет, что это за город такой?
вам. Ну кто есть сейчас следующий? Кто будет отвечать за это все? Мы что, мухи? Завтра кого-то, да даже из полицейской, из кого-то прокурора, прикрывая какого-то бандита мелкого сейчас, пройдет ребенка этого же самого прокурора дорогу, и кто-то крутой возьмет, типа крутой ему покажется, собьет этого ребенка и все. И что будет? Мы все люди. Что вы делаете с собой? Что вы делаете с этой землей? Какие деньги? Или вы забыли, что такое жизнь? Сейчас мы требуем правосудия, справедливого, и пожизненно убили двух детей. Молотком, зверски, как такое можно было? Пожизненно. Выйдет он через 10 лет, выйдет через 20 лет, он снова убьет. Изнасилует. Пожизненно. Пожизненно надо. Пожизненно. Ну так что мы хотим? Справедливости! Зовем кого? Кто сейчас главный в полиции? Его нужно сюда позвать, чтобы он сказал свое слово. Ради справедливости стоит сказать, что и вот новый назначенный комиссар, вот Леня сейчас озвучит фамилии именно людей правоохранительных органов, которые благодаря которым это все тут закрутилось. То есть нельзя всех под одну гребенку, вы же понимаете. Вчера передавали по телевидению, показывали репортаж, как местная полиция, там 100 человек, не знаю, или 50, встала недовольная, положила свои документы и говорит, что незаслуженно уволили верхушку власти здесь. Не уволили. Я вам расскажу в двух словах, как это было. С воскресенья были написаны заявления. Понедельник, вторник, мы здесь ночевали, мы ходили, мы обшастали каждый куст. В среду только утром, ближе к обеду, нам дали двух человек. Это Андриан Босс и Роберт Кефлер, которые эти двое людей, ездили, координировали, помогали. Это единственные люди, которые начали что-то делать. Хочу отметить, вчера, как вы многие знаете, здесь в Рыжканах присутствовало руководство МВД. Начато служебное расследование в отношении руководящих лиц инспектората. На данный момент меня назначили исполнять обязанности комиссара Рыжкан. Что я вам могу сказать? То, что до конца мы проведем полнейшее... Как руководством генерального инспектората полиции, так и руководством прокуратуры взято на контроль это дело. И я вам могу гарантировать, что преступник будет наказан. Здесь поднялся вопрос насчет родителей. Пока комментарий не могу дать, потому что рассматривается в рамках уголовного дела лишняя позиция. По окончанию следствия им тоже будет дана правовая оценка. Спасибо. Я еще раз подчеркиваю, Анна Затерничная на Фейсбуке, я в своей странице перепостила сегодня. Я когда узнала о том, что это зверское убийство уже было совершено, и когда я уже знала имя Дениса Головатюка, я уточняла у работников прокуратуры Рыжканской, я понимала, что гнев людской нельзя кидать в мусор. Он должен быть направлен только на тех людей, кто виновны, чтобы невиновные не пострадали. Когда я узнала, и мне подтвердили, да, его имя Денис Головатюк, я лично написала в Одноклассниках его матери. Тогда профиль еще был открыт, и у него был открыт профиль в Одноклассниках, и у нее была... Она вообще перепостивала фотографии, целые дни выставляла. А он до 22 июня... Извините, я нервничаю. А он до 22 июня был в соцсетях и спокойно лайкал фотки. Не знаю что, мы все понимаем, что такое соцсети. Этот человек... Этот человек спокойно вел себя. Его мать спокойно вела себя. Спасибо. Так вот, я написала ей. Я очень, знаете, я грамотный человек, и я никогда не выражаюсь нецензурными словами. Я написала только одно. Неужели это лицо матери убийцы? Какую же мразь вы воспитали? Вы знаете, что она мне ответила сразу после этого? Она написала... Сейчас я процитирую. Слава богу, не удалилась эта переписка. Компьютер домашний я не выключала. С телефона войти уже не могу, а там осталось. Так вот она мне написала. Это ваши все начали. Они нападали на них с пистолетом, а наши только оборонялись. Чем? Обороняться? Спящие?
спящих, двоих спящих. Красивых молодых, у которых могли быть дети. Вы понимаете, что эти звери сотворили? Вчера были поминки. Поминки на 400 человек, где-то так я прикинула по залу. Зал ресторан Пловдив. Это один из очень дорогих и хороших ресторанов нашего города. Вы знаете, я не видела иногда даже на свадьбах таких столов, какие были на этих поминках. Потому что эти две матери делали своим сыновьям свадьбу вчера. Эти люди, я понимаю, что, наверное, не один Денис. Я хочу только одного Божьего законного наказания, потому что эти люди убили не только двоих парней. Они убили их неродившихся детей. Они уничтожили их семьи, потому что никогда матери не смогут спать спокойно. Ни один близкий. Они убили девушек, с которыми встречались ребята. А Марина Юрчак, она одна воспитывала своего сына. Это сын был единственной надеждой в ее жизни. Очень достойный. Да, он не золотая молодежь. Да, они были связаны с золотом. Ребята работали, ребята пахали. Но ребята зарабатывали. И это был действительно достойный сын. И прекрасные достойные семьи. Я прошу только одного. Божьего наказания всеми. Пускай есть земля у всех под ногами. Кто это сотворил, кто это имеет к этому отношение? И кто воспитал этих мразей? Потому что мать не могла родить этого убийцу. Неужели деньги делают вас такими бесчинными? Это делает вас руководящие, что заставляют вас так испытать какой-то прикол или какое-то, я не знаю, величество иметь, какую-то машину или какое-то что. Но неужели ради этого, еще раз я спрашиваю, нужно убивать, грабить? Чтобы что? Чтобы на это купить себе хлеб или водку? И кутить перед кем? На несчастье счастья не построить, и прокляты все те, кто это делает. И прокляты будет их семья и все. Сила! Мы являемся близкими людьми Игоря. Я не знаю, как вам рассказать, в каком ужасе мы сейчас все находимся. Когда случилась эта трагедия, для нас мы не могли поверить. Вся Молдавия нам звонили откуда хотите, спрашивали, что случилось, почему такое случилось. Вы не представляете, миллион вопросов каждый день. Почему, за что? Мама Игоря, Марина, три дня приходила сюда, к вам, к вашей полиции. А они, вот именно что они, безразлично. Они даже не вышли с комиссариата, никто никуда не ходил. Ребята, которые присоединились ко всей этой беде, они бегали везде, искали, ходили, не спали дома. Они искали по каким-то хертопам, по каким-то лесам, бегали по каким-то полям. Вы знаете, это как, я не знаю, это фильм ужасов какой-то. Вот американские фильмы, это просто мультики по сравнению. То, что мы все сейчас просто переносим, я не знаю. Я хочу к вам обратиться, пожалуйста. Не верьте никому, поверьте нам, потому что мы свидетели этого преступления. Мы знаем все подноготно, как что все случилось. Его мама сейчас говорит, что на него напали. Ребята, да не нападали они. Они пришли к нему в гости, просто пришли в гости. Они спящих убили, и все.
Thank you.